Дело Николая Мартыненко. Прокурор САП Андрей Перов, который ведет дело экс-депутата, получил выговор за ненадлежащее поведение в суде. Такое решение вынесла квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров. Жалобу на Перова подал адвокат Петр Бойко. Прокурора обвинили в личной неприязни к Мартыненко и даже нарушении прокурорской этики. Основанием стало заседание Соломенского суда в конце 2017 года. Тогда экс-нардепу позволили свободно выезжать за пределы страны. Когда судья зачитывала решение, Перов вышел из зала, хлопнув дверью. Этот поступок расценили как неуважение к суду. Если мы прошли дисциплинарную палату, мы чудово должны понимать, что сейчас у прокурора Перова будет сформировано крайне негативное отношение к этой справе. У него будут особистые мотивы, и он будет действовать, на жаль, необъективно. Поэтому, безусловно, будем думать над тем, чтобы заявлять ему відповідне клопотання про відвід. Я продовжу наголошувати на тому, що я не порушив жодного закону своїми діями. А особа може бути притягнена відповідно, наскільки я знаю, в правовій державі в разі порушення вимог закону.